Всем здравствуйте! Меня зовут Екатерина, и я являюсь учителем русского языка как иностранного. Dzień dobry wszystkim! Nazywam się Ekaterina Babenko, jestem nauczycielem z języka rosyjskiego jako obcego. I dzisiaj mamy razem z Wami drugie zajęcie z języka rosyjskiego. Mam nadzieję, że domowe zadania, домашние zadania zrobiliście bardzo dobrze. Tak, podam Wam адрес скриньки почтовой, на которую можете высылать свои домовые задания, можете попросту сделать zdjęcie. Если, например, вы в прошлом odcinku побрали плик и выдруковали, можете делать на этих картках свои задания, позже делать zdjęcie с теми заданиями уже сделанными и высылать до меня. Będę sprawdzać, jeżeli не jesteście pewni, że zrobiliście to dobrze. Так, я только хотела бы с этого домового задания повторить алфавит и нашу первую табелу задания домового, где я подавам вам разные слова, также это были новые слова, которые можно додать до вашего словника. Так, прочитаем алфавит с вами еще раз для повторения. А. Ананас. Б. Банан. В. Ваза. Г. Газета. Д. Дом. Е. Ель. Ё. Ёж. Ж. Журнал. З. Зонт. И. Игла. Й. Йод. К. Колбаса. Л. Лампа. М. Машина. Н. Нос. О. Окно. П. Паспорт. Р. Рыба. С. Стол. Т. Торт. У. Учебник. Ф. Футбол. Х. Хлеб. Ц. Цветок. Ч. Чемодан. Ш. Шкаф. Щ. Щетка. Твердый знак. И. Мягкий знак. Э. Эскимо. Толоды, мороженое, ю, юбка, я, яблоко. Dzisiaj я научу вас pytać, ile kosztują produkty w sklepie lub odzież, inne jakieś rzeczy. Tak samo nauczycie się pytać, która jest godzina i orientować się w czasie. I oczywiście pytać o pogodzie, bo to jest bardzo, bardzo ważny temat, który podejmujemy na samym początku науки языка российского. Согласные звуки могут быть твердые и мягкие, czyli dźwięki z półgłoski mogą być twarde i miękkie, co wpływa na to, żeby ten dźwięk był miękki. To samogłoski ja, ju, je, jo i, a także мягкий знак, który nie jest dźwiękiem. Мягкий знак. Teraz bardzo ważne. Zaznaczymy na czerwono. Буквы я, е, ё, ю pokazują miękkość spółgłoski, która stoi przed samogłoską. I czytamy te litery jako a, e, o, u. Na przykład, zobaczcie różnicę. Dać. Tutaj nie ma liter ja, je, jo, ju. Tutaj stoi miękki znak, dlatego te jest miękka. Słowo dziadzia, dziadzia, dziadzia. Na samym końcu słyszymy a zamiast ja, ale piszemy ja. Właśnie to jest ta zasada, o której mówiłam przed chwilą. Tak samo ciocia. Na samym końcu słyszymy a, chociaż i piszemy ja. Тетя, люк, люк. Так пишем ю, але слышим у. Ветер, ветер. Ве, слышим э, замест е. В предыдущем уроке, в зешлым заенчу, оповедавам вам о парах литер. Teraz подам вам табеле, где видите твердые звуки и мягкие звуки. Б, би, в, ви, г, ги, д, ди, з, зи, к, ки, л, ли. М, ми, н, ни. П, пи. Р, ри. С, си. Т, ти. Ф, фи. Х, хи. Teraz będzie pierwsze zadanie. Слушайте, повторяйте и читайте слоги и слова. На, ня, не, не, но, нё, ну, ню, ны, ни. Тут видите, так же первый слог твердый, а другая часть м'якка. Залежить від самогоски, так як мовив перед хвилю. На твердо, ня юшменько. Не твердо, не юшменько. Друга колумна. Вторая колонка. Та твердо, тя менько. Те твердо, те менько. То, тё. Ту, тю. Ты, ти. Да, дя. Де, де. До, дё, ду, дю, ды, ди. Четвертая колонка. Са, ся, се, се, со, сё, су, сю, сы, си. Пятая колонка. За, зя, зе, зе, зо, зё, зу, зю, зы, зи. Шестая колонка. Ра, ря, ре, ре, ро, рё, ру, рю, ры, ри, ри. И последняя колонка, седьмая. Ла, ля, ле, ле, ло, лё, лу, лю, лы, ли. Идем дальше. Ма, мя, мэ, ме, мо, мё, му, мю, мы, ми, па, пя, пэ, пе, по, пё, пу, пю, пы, пи. Третья колонка. Ба, бя, бе, бе, бо, бё, бу, бю, бы, би. Четвертая колонка. Фа, фя, фе, фе, фо, фё, фу, фю, фы, фи. Пятая колонка. Ва, вя, ве, ве, во, вё, ву, вю, вы, ви. Предпоследняя колонка. Ге. Będzie bardzo łatwo dla Was to powiedzieć. Ге, ке, хе. И шестая, нет, седьмая колонка. Ги, ки, хи. А теперь послушайте, повторяйте и читайте слова. Обратите внимание на мягкость произношения согласных. Нет. Która litera jest miękka? N, tak? N. Нет, нет. Семь, miękko, семь. Пять. Фильм. Мир. Рис. Три. Метр. Век. Диск. День. Тетя. Дядя. Тема. А теперь прошу сделать следующее задание самостоятельно. Прошу сделать это самодельно в своих зашитах. Прочитайте еще раз эти слова и напишите данные слоги и слова в своих тетрадях. Пожалуйста, делайте задание. Помните, в прошлом уроке, чи пам'ятаєте же в зешлим заєнчу, на зешлій лекції, мовивам вам о редукції О. Kiedy O nie ma akcentu, czyli akcent nie wypada, lub O znajduje się w pozycji bezakcentowanej, to my mówimy taką literę jako A, czyli redukcja O, A. Teraz ja chciałabym Wam powiedzieć o redukcji innych liter. Je Йо, я. Kiedy odwrotnie, te litery stoją w pozycji akcentowane, czyli mają akcent je, jo, ja, to my słyszymy e, o, a. Kiedy litery je i ja znajdują się w pozycji bezakcentowanej, to my słyszymy i mówimy i. Na przykład, zobaczcie. Je jako e i jako i, tak, różnica. Apteka, tak? Tutaj je ma akcent i słyszymy jako e. Apteka. Дядя, jako a słyszymy tutaj, a nie ja. I teraz, gdzie słyszymy i? Siostra, bo je nie ma tutaj akcentu i słyszymy jako i. Siostra. Север, се-вир, вир. Замест север, север. 10. 10. Так само. Літери йо, йо з двома кропками, слышимо яко о і яко і, наприклад, в таких словах. Сестри. Пишемо йо, сестри, а слышимо о, сестри. Луб, наприклад, льот, льот. Яко о, люб, лідовий. Який от слова льот, лідовий. Лідовий, лідовий. Слышимо и. Сделаем задание. Послушайте, повторяйте и читайте слова и слоги. Следите за редукцией гласных е и я. А позже напишите те слова праведливо в своих зашитах. Метро, север, 8, река, тетрадь, билет, дерево, 10, песня, сестра, университет, тепло, театр, деревня, картофель, 9. Следующее задание. Опять слушайте, повторяйте вместе со мной, читайте и следите за ударением. Ударение, чили акцент. Первая колонка. Дедушка. Родина. Дерево. Радио. Радуга. 70. 70. Вторая колонка. Деревня. Вещь. Газета. Будильник, суббота, сегодня, нормально, красиво, прекрасно, ужасно, понятно, неплохо, смотрите, пишите, самолет, магазин, календарь, у тебя, 50, 60, 800, 900. Четвертая колонка. Университет, понедельник, потому что, 90, 400, акцент и 80. Теж акцент випада на О, 80. Друга часть задания. Дверь, 3. 5, 6, 7, фильм, рубль, снег, дождь, быть. Национальная валюта в России, к слову, рубль. 1 рубль, 2 рубля, 3 рубля, 4 рубля, 5 рублей и тем подобное. Вторая колонка. Еще вручим до того. Тетя, дядя, север, песня, место, книга, брюки, вилка, марка, немка. сколько? 8, 9, 10, 40, 200, 300, ветер, сыро, грязно. Сестра, река, такси, метро, билет, кино, театр, диван, кровать, тетрадь, костюм, пальто, ремень, журнал, письмо, конверт, словарь, ответ, тепло, среда, привет, гроза, смотри. Конечно, вы слышали незнакомые слова, поэтому их нужно выписать в тетрадь, а потом найти перевод. Таким образом вы лучше их запомните. Еще раз повторю то в языку польским. Mieli ще nieznajome słowa, to oczywiste. Proszę napisać te słowa i dodać do słownika, a później znaleźć tłumaczenia tych słów. Bo jeżeli ja podam od razu te słowa, to gorzej będziecie zapamiętywać ich. Dlatego musicie zrobić to samodzielnie, tak będzie skutecznie. Zadanie шестое. Слушайте, повторяйте и читайте слова. Обратите внимание на интонацию. Следите за моим голосом, так, за мелодией голоса. Бритва, брюки, будильник, 9, диван, деревня, дядя, тетя, сестра, север, тетрадь, календарь, конверт, дождь, снег, ветер. Teraz poproszę zatrzymać ten odcinek i napisać te słowa samodzielnie ręką. Конечно, вы можете использовать печатные буквы, но лишним не будет знание того, как эти буквы выглядят в письме. Для этого я еще раз прикреплю вам ссылку к ролику, который научит вас писать русские буквы. Следующее задание. Послушайте, как я читаю диалог, и постарайтесь придумать свой вариант. Этот вариант вы можете написать в комментарии к этому ролику, и кто-то, например, будет давать вам ответ. Привет! Как дела? Хорошо. А у тебя? Тоже неплохо. Как погода сегодня? Сегодня снег. Как снег? Не может быть! Да, снег. Вот, смотри. Вот это да! Красиво! Привет! Привет! Как тебе погода сегодня? Нормально. Но сегодня дождь. Дождь – это хорошо. Нет, дождь – это плохо. Потому что холодно? Нет, потому что сыро и грязно. Следующий диалог. Привет! Ну и гроза сегодня. Бррр. Да, ужас. Там холодно? Нет, там тепло. Правда? Да. Тепло, но страшно. Я тоже боюсь грозы. Боюсь грозы, страшно. Понятно. Ой, радуга! Где? Вон там, смотри! Да, красиво! Красиво! А теперь ответьте на мои вопросы. Прошу отповедать на мои питання. И отповеди написать в своем зашите. Запишите ответы в тетради. Это книга? Нет, это не книга. Это тетрадь. Так, już pierwszy macie przed sobą. Это словарь? Нет, это не словарь. Это календарь. Третье. Это город? Нет, это не город. Это деревня. Вещь. Деревня. Это самолет? Нет, это не самолет. Это машина. Это запад? Нет, это не запад. Это север. Это суп? Нет, это не суп, это... Не слышишь? Рис. Это стул? Нет, это не стул, это... Диван. Это брат? Нет, это не брат, это... Сестра. Это два? Нет, это... Да, это было два. А это два? Нет, это не два, это три. Это вилка? Нет, это не вилка, это нож. Это марка? Нет, это не марка, это конверт. Это конверт? Нет, это не конверт, это марка. Это радио? Нет, это не радио, это будильник. Это пальто? Нет, это не пальто, это костюм. Это костюм? Нет, это не костюм, это брюки. Это щетка? Нет, это не щетка, это бритва. Jeżeli chcecie zapytać, ile kosztuje ten produkt lub ta rzecz, trzeba zapytać, сколько стоит, ile kosztuje. Сколько стоит. И зробимо то на червоно. Или коштує, сколько стоит. Сколько стоит? Сколько стоит? В русском языке, в языку російським, таке слово як тен, та, то, те бжмё так. Этот, это, это, эти. И еще раз. Этот, это, этот, эти, чили додаем э. А теперь послушайте и повторяйте. Сколько стоит этот нож? Сколько стоит этот нож? Сколько стоит эта сумка? И узнайте, сколько стоят следующие товары. Тутай маче перед собой те слова. Треба запитать или то wszystko коштує, так? Сколько стоит этот журнал? Сколько стоит это мыло? Это мыло. Сколько стоит эта рубашка? Сколько стоит этот будильник? Сколько стоит эта зубная щетка? Сколько стоит этот торт? Сколько стоит этот конверт? Сколько стоит эта карта? Сколько стоит этот шоколад? Сколько стоит эта зубная паста? Этот фильм? Эта расческа? Этот зонт? Эти полотенца, ежели множество, килька, и это полотенце. Этот билет, эта полка, этот шарф, эта книга, этот шар. Этот костюм, эта шапка, этот диван, это пальто, это вилка, это газета, этот самолет, это груша и это футболка. Teraz przeczytajcie to samodzielnie i zapytajcie, ile to kosztuje. Jeżeli nie znacie prawidłowej odpowiedzi, to proszę powrócić do tego momentu, gdzie ja opowiadałam, jak prawidłowo to można zapytać. Сейчас прочитаем слоги и слова с буквой J. То есть и краткое. И. Ай, ой. Ой, уй. Уй, ый. Ый, ай. Ой, ай. Уй, ой. Ый, уй. Ай, ый. Ай, ай. Ой, ой. Уй, уй. Эй, эй. Слова. Май. Дай. Знай, мой, твой, свой, злой, жуй, дуй, пей, бей, с ней, разом с ней, с ней. Прочитайте, повторяйте и пишите согласные буквы и слоги. И кратко «й», «ий», «ай», «ой», «уй», «ей», яй, юй. Послушайте, повторяйте и читайте слова. И следите за ударением. Следите за ударением. Акцент ударения. Первая колонка. Мой, твой, свой, злой. Вторая колонка. Какой, хоккей, музей, плохой, Китай, немой. Третья колонка. Новый, старый, добрый, майка. Четвертая колонка. Делайте, думайте, слушайте. Последняя колонка, она же пятая. Красивый, хороший. Тераз прошу прочитать и записать наступные слова, которые видите перед собой. Сейчас я прошу прочитать и записать слова, которые вы видите перед собой. Мой, твой, свой, какой, хороший, плохой, новый, старый, музей, хоккей. В лекции первой я вам оповедала, что dźwięczne spółgłoski brzmią głucho na samym końcu. Na przykład klub, город, друг. Tak piszemy. Klub, mówimy klub. Город, город. Друг, г. Пишем, мовим к. Сейчас на червоно запишем ж. Звонкие согласные перед глухими согласными в начале и середине слова оглушаются, то есть произносятся как парный глухой звук. Например, вторник. Так на самом початку в. Вторник. Пишем в. Мувимы фу. Люб юбка. Не мувимы юбка. Мувимы юбка. Але пишем юбка. То bardzo łatwo zapamiętać. Звонкая согласная. Так. Стои przed глухою. И она chce być podobna до своєї сусідки. І теж робить ще глухою. І odwrotnie. Kiedy głucha stoi przed dźwięczną, głucha стоит перед звонкой, и она chce być podobna do swojej sąsiadki i robi się звонкой. Czyli ta spółgłoska chce być podobna do swojej sąsiadki, która stoi po prawej stronie. А сейчас послушайте, повторяйте вместе со мной и читайте слова. Обязательно следите за ударением. Первая колонка. Плов, рис, лук, сыр, блин, хлеб. Вторая колонка. Блюдо, мясо, масло, пиво, кофе, сливки, перец, свекла, вишня, слива, персик, дыня, груша. Третья колонна. Третья колонка. Шашлык, арбуз, орех, рюкзак. Четвертое. Яблоко, дешево, дорого. Пятое. Продукты, свинина, вепшевина, конфета, цукерка. Шестая колонка. Колбаса, молоко, помидор, абрикос, ананас, апельсин, мандарин, виноград. Седьмая. Говядина, баранина. Теж мясо. А teraz попрошу zatrzymać, остановить этот ролик, этот урок и прочитать слова, а после чего их записать в тетрадь. Сколько стоит мясо, апельсин, яблоко, вишня, виноград? Вы хотите узнать, сколько стоят данные продукты. Напишите свои вопросы. Напишите в тетрадь. Вот перед вами продукты. И вы хотите еще доведать, или они коштуют. Капуста. Сколько стоит эта капуста? Сколько стоит этот чеснок? Сколько стоит этот огурец? Сколько стоит этот лук? сколько стоит эта груша, сколько стоит этот ананас, этот виноград, эта вишня, это рыба, это мясо, это колбаса, этот хлеб, этот сыр, это молоко. Сделаем задание. Слушайте, повторяйте и читайте. Ча-ча, чо-чо, чу-чу, ча-чо, чо-чу, чу-че, ча-чо-чу, чи-чо-чу, че-чи-чо. Слушайте, повторяйте и читайте слова. Следите за ударением. Час, чай, врач, доктор, мяч, пилка, ночь, ноц, дочь, цурка, чей, чий, чья, чья, чье, чьи, часы, число, очки. Pamiętajcie, że trzeba wszystkie nowe słowa dodać do słownika i później przetłumaczyć. Ручка, почта, чашка, чайка, так, часто, вечер, wieczór, очень, bardzo. Четвертая колонка. 4. Учебник, ученый, читайте. 5. Почему? Почему? И 6. Замечательно. Замечательно. Великолепно. Тут еще можно додать. Przeczytajcie te słowa, które widzicie przed sobą. Прочитайте эти слова, которые вы видите перед собой. И запишите их в тетрадь. Что, что, что. Пишемо чи, але мовимо ш. Что? Чей, чья, чье, чьи, чай. Дочь, ночь, часы, число, ручка, почта, часто, вечер, очень хорошо, 4, учебник. Теперь послушайте, повторяйте и читайте. Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая. Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая. Właśnie to przysłowie trzeba nauczyć się na pamięć. I to będzie pierwsze, czego chciałabym, żebyście nauczyli na pamięć. Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая. Czyli żółw nie tęsknie i już ponad godzinę siedzi i pije herbatę, coś takiego. I to jest skoroговорка, czyli to, co mówimy bardzo szybko. Skoroговорка. Ja, jeżeli chcecie, też kiedyś uczyłam się w języku polskim skoroговорки i nawet nagrywałam odcinek na ten temat, więc jeżeli chcecie posłuchać, jak ja to robię w języku polskim, to zapraszam, dodam link. Черепаха не скучает, час сидит за чашкой чая. Буква С. Bardzo często można spotkać to, kiedy na przykład bukwa T i bukwa S obrazują звук C. Слушайте, повторяйте и читайте. Ца-ца, цо-цо, цу-цу, ца-цо, ци-цу, це-ца, ца-цо-цу, ци-цо-цу. Це-ці-цо. Teraz o czym mówiłam. T, S jako C. Ac, ac, ac. Ja nawet chcę powiedzieć, tak, każdą wymówić literę, ale nie. Ac. Słyszę tylko C. Oc, uc, ic, ec, ic. Послушайте, повторите и запишите согласные буквы и слоги. Ц большая, Ц маленькая, Ца, Ц, Ци, Ац, Ец, Иц. И еще раз. Слушайте, повторяйте и читайте и следите за ударением. Центр, цвет, цель, цикл. Отец, яйцо, цена, конец, цветок, цукат, овца, овца. Цифра, месяц, цапля, циркуль. Улица, станция, столица, страница, оценка. Молодец, огурец. Полотенце. Послушайте эти слова, повторите сами и запишите их в тетрадь. Центр, отец, цена, цифра, месяц, улица, столица, страница, оценка, полотенце. Слушайте и запоминайте, и учите на память. Цыпленок и курица пьют водицу на улице. Скороговорка. Цыпленок и курица пьют водицу на улице. 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 И проще научите на память тей другі скороговорки. В лекції першій оповідав вам, що слова родзаю мęskiego часто не мають концовки, окончання нету. Слова дамське, родзаю дамського, найчастіше мають окончання а, я. А слова родзаю среднего рода имеют окончание о или е. Повім то по-російську. Вы уже знаете, что слова женского рода чаще всего имеют окончание «а», «я». Слова мужского рода могут не иметь окончания. Слова среднего рода имеют окончание «о», «е». Прошу то запамятать. Он – это дом, трамвай, календарь. Это все мужской род. Она – комната, деревня, морковь, морковь, она. Оно – окно, здание и исключение, исключение на червоно, оно – время и имя, время, час и имя, то оно. Так само треба запам'ятати і зазначити на червоно, що слово день, день, то теж он. Папа, дедушка, то теж он, потому что это мужской род, несмотря на то, что окончание а, папа, не родзай дамський, а тільки меунський. Так само дотичить то, наприклад, ім'я меунських Нікіта, Валера. Теж концовка «а», але то родзай меунський. А тепер заповніть таблицю. Так якось на шибко в зошиті зробіть 3 колумни, зробіть 3 колонки і, значить, незнакомі слова ищите в словарі. 3 колонки. Он, она, оно. Мачивши собою те слова, натискаємо на паузу, ставимо на паузу і робимо то завдання. За кілька секунд я вам оповім, як повинно бути. Север – он, сестра – она, лимон – он, тетя – она, тетрадь – она, кофе – он, помидор – он, мыло – оно, дверь – она, словарь – он, автобус – он, ошибка – она, кровать – она, запад – он, дерево – оно, среда – она, дядя – он, полотенце – оно, четверг – он, юбка – она, Париж – он, молоко – оно, апельсин – он, морковь – она, орех – он, масло – оно, рюкзак – он, газета – она, огурец – он, государство, чили край, государство, государство оно, журнал он, Берлин, город немецкий, Берлин он, дедушка он, радио Оно, чай, чай, он, щетка, она, карандаш, он, утро, оно. Вы уже знаете притяжательные местоимения мой, моя, мое. Личным местоимениям ты, мы, вы соответствуют притяжательные местоимения. Ты, твой, твоя, твое. Мы, наш, наша, наши. Вы, ваш, ваша, ваши. Ответьте на вопросы положительно и отрицательно по модели. Это твой словарь? Да, это мой словарь. Нет, это не мой словарь. Это твой дядя? Да, это мой дядя. Нет, это не мой дядя. Это твой карандаш? Да, это мой карандаш. Нет, это не мой карандаш. Это рюкзак? Твой рюкзак. Да, это мой рюкзак. Нет, это не мой рюкзак. Это сестра? Да, это моя сестра. Нет, это не моя сестра. Это журнал? Твой журнал. Это твоя книга? Это твой ноутбук. Это твой костюм? Это твое яблоко? Нет, это не мое яблоко. Да, это мое яблоко. Это твой сок? Это твоя машина? Это твой дом? Это твоя комната? Это твой стул? Это твоя тетрадь? Это твоя мама? Это твой брат? Это твоя сумка? Это твоя газета? Это твой календарь? И это твоя груша? Да, это моя груша. Нет, это не моя груша. Хотела бы сейчас съесть грушу, но у нас еще нету спелых груш. Так, а теперь прошу составить диалоги. Зрубче, вымышличе диалоги. И используйте следующие слова, которые я вам сейчас здесь размещу. Модель диалога. Например, у тебя есть словарь? Да, у меня есть словарь. Это твой словарь? Можно еще спросить, он твой? Да, это мой словарь. Он мой. Дай, пожалуйста, возьми. Нажимаем на паузу и составляем диалоги со следующими словами. Также можете później robić zdjęcia своих pytań и высылать на мою скриньку почтову, я będę sprawdzać и odpowiadać. Так само, как в языке польском, существительные могут иметь форму единственного и множественного числа. Род в единственном числе всегда можно определить у существительных. А сейчас посмотрим, как образуется множественное число существительных мужского и женского рода. Видите перед собой таблицу. Единственное число и множественное число. Единственное число, мужской род, стол, он мой, значит, род займемский. Машина, а, концовка, женский род, родзай дамский. И, например, множественное число, ежели хотим powiedzieć, że много столов, да, то стол, они столы, концовка и. Машина одна, и они машины, концовка и. Следующее слово. Календарь, он, календари, они. Тетрадь, она, тетради, они. Напишите множественное число имен существительных мужского и женского рода. Например, карта, карты. Журнал один, журналы. Тетрадь, тетради. Диван, диваны. Школа, школы. Видите перед собой таблицу. Запишите слова в тетрадь. И сейчас, через секунду, я вам скажу, как правильно эти слова должны звучать. стол, столы, автобусы, ананасы, бананы, мамы, костюмы, кровати, помидоры, рыбы, ножи, жиши, пиши с и. На червоно мелище то в лекции первой. Жиши с и. Значит, тут буква и. Ножи. Шарфы, книги, сумки, портфели, зонты, и, коты, и, груши, жиши с и. И. Юбки, комнаты, университеты. На червоно. Правило. Засада. В русском языке нет буквосочетания к и ы. Не мамы таких слов, чтобы к и ы было. Люб г и ы, х и, ча и, ж и, ш и. Во множественном числе всегда будут иметь подругу и. То есть все слова с основой на эти согласные во множественном числе имеют окончание и. То, о чем вам мовила перед хвилей. Книга, книги. То дуже-дуже важно. Слушайте и повторяйте. Читайте. Вилка, вилки. Книга, книги. Орех, орехи. Мяч, мячи. Нож, ножи. Карандаш, карандаши. Овощ, овощи. Запомните и напишите на червоно эти исключения из правил. Тут нема жадных засад. Попросту то треба запам'ятать. Дом один, но они дома. Не говорим «домы», это будет неправильно, хотя вы это можете встретить в речи русского человека. Не каждый русский правильно говорит на русском, но вы должны говорить правильно, поэтому запоминаем. Дом – дома, город – города, стул – стулья, брат – братья. Сын, сыновья. Друг, друзья. Мой друг и мои друзья. Человек. Човек. Человек. Ты человек и я человек. Но вместе мы люди. Человек, люди. Ребенок, детско и дечи. Ребенок и дети. Слушайте и повторяйте. Обратите внимание на окончание, на концовке множественного числа существительных среднего рода. Письмо, письма. Одно письмо, но они письма. Здание, здания. Один будинок и будинки. Здание, здания. Слово, слова. Так само, як і в язику польським. Слово і слова. На червоно маємо кілька варіантів. Наприклад, слова, які мають родзай середній і не зміняються, коли мовимо в лічбі множественній. Так? Наприклад, кіно і кіно. Пальто, пальто. Мне понравились те пальто. То есть несколько пальто мне понравились. Но я купила одно пальто. Это слово не изменяется во множественном числе. Слово метро и в единственном числе, и в множественном числе тоже будет как метро. Метро в России и в Польше очень похоже. Мне нравится это кафе. Мне нравятся эти кафе. То же самое, мне нравится это метро, мне нравятся эти метро. Мне нравится это фото и мне нравятся эти фото, фотографии. Напишите эти слова во множественном числе. Все эти слова имеют средний род. Слово, предложение, общежитие, место, окно, упражнение, кресло, вино, кино, пальто, средний род, окончание ОЕ. Но вы напишите их в числе множественном. И сейчас мы проверим, правильно вы записали или нет. Нажимайте на паузу, делайте задание и возвращайтесь. Я буду вас ждать. Слово – слова, предложение – предложения, общежитие – общежития, места – окна, упражнения, кресла, вина, кино, пальто. А теперь сделаем наоборот. Перед вами слова во множественном числе, а вам нужно написать их в единственном числе. Запишите в тетрадь. Пауза, и я вас жду. Проверяем задание. Стулья, то есть один стул. Студенты, один студент. Книги, одна книга. Города, город. Дети, ребенок. Плащи, один плащ. Упражнение, орех, тетрадь, словарь, окно, сумка, портфель, юбка, университет, календарь, брат, вилка, письмо, ананас, шарф, человек, учебник, компьютер. Юж значит, як запитач или цощ коштує. Сколько стоит? Но чтобы дать отповедь, на то питання, треба, очевидно, знать цифры. Так? И будем оповедать на питание «Сколько?». Слушайте и повторяйте, а затем читайте. 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. А teraz uwaga. 20, 30, 40. Trochę taki nietypowy, tak? Końcówka. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Прочитайте, пожалуйста, эти цифры. 211, 127, 418, а teraz прошу то прочитать. Так. Będę czekać. Naciskamy на паузы. Проверяем. 211, 127, 418, 385, 560, 672, 813, 944, 751, 629, 253, 666, 555, 333, 1001, 1001, 1015, 1062, 1753, 1519, 1051. А теперь запишите цифры от 0 до 20 себе в тетрадь, так как они пишутся. То есть не просто циферками, а прописью напишем. 1, 1, 2, 3 и так далее. А теперь сделаем наоборот. Прочитайте эти цифры и запишите коротко. 15, 112. Właśnie 112 to jest telefon alarmowy. Jeżeli coś się stało, to dzwonimy na 112. Można 101, to będzie pożarna, lub 102. Полиция, 103, скорая помощь, 104, газ. Люб 112, 112. 347, 301, 846, 916, 1511 или 717. Слушайте и повторяйте. Запомните эти конструкции. Сколько стоит белый хлеб? 15 рублей. Хочешь, у нас сейчас белый хлеб коштует 30 рублей. 30 рублей. Хотя сейчас у нас стоит белый хлеб 30 рублей. Но хорошо. Сколько стоят бананы? 50 рублей. Столько стоили бананы лет 5 назад. Сейчас бананы у нас стоят 100 рублей. Сколько стоят бананы? 50 рублей. Żeby dobrze orientować się w końcówkach z tymi рублями, то напишите себе в зашите на червоно. 1 рубль, 1 копейка, 1 килограмм, 1 батон, 1 булка, 21, 31, 41, 101. Так? Но 2 рубля, 3 рубля, 4 рубля, 32 рубля, 43 рубля, 54 рубля, 102 рубля. 5, 6 и так далее, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 30, 98, 99 рублей, 100 рублей и так далее. Запомните, существительные в именительном падеже 1 минута, 1 рубль. Существительные в родительном падеже 2, 3, 4 минуты, 5, 6 килограммов. Что такое именительный падеж и что такое родительный падеж? Именительный падеж отвечает на вопрос «что?». Родительный падеж отвечает на вопрос «чего?». Можно еще добавить «чего нет?». Я когда училась во втором или в третьем классе, я вот так вот запоминала, чтобы понимать, что это родительный падеж. Отвечает на вопрос «чего?». Что? Телевизор. Что это? Журнал. Что это? Плеер. Что это? Словарь. Это все мужской род. Он. Что это? Письмо. Что? Общежитие. Оно. И женский род. Что это? Книга. Что это? Песня. Что это? Аудитория. Это именительный падеж, который отвечает на вопрос «что?». Вторая колонка – родительный падеж, который отвечает на вопрос «чего?». Чего нет? Чего нет? Телевизора. Чего нет? Журнала. Чего нет? Плеера. Словаря. Письма. Общежития нет. Чего нет? Книги. Чего нет? Песни. Чего нет? Аудитории. А теперь послушайте, повторяйте и читайте слова. А затем запишите их в тетрадь. 1 рубль, 2 рубля, 3 рубля, 4 копейки, 5 рублей, 6 копеек, 7 рублей, 8 рублей, 9 рублей, 10 рублей, 1 килограмм, 2 килограмма, 3 килограмма, 4 килограмма, 5 килограммов, 6 килограммов, полкило. А теперь послушайте диалоги и прочитайте. У вас есть яблоки? Да, есть. Сколько они стоят? 56 рублей. Дайте, пожалуйста, килограмм. Следующий диалог. У вас есть яблоки? Да. Сколько стоит килограмм? 1 килограмм стоит 56 рублей. Взвесьте, пожалуйста, одно яблоко. Что еще? Все? Да, все. Сколько с меня? 12 рублей. У вас есть марки? К сожалению, нет. У вас есть конверты? Да, у нас есть конверты. А марки? Тоже есть. Дайте, пожалуйста, 3 конверта и 3 марки. Возьмите, с вас 72 рубля. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите узнать время, która jest godzina, используйте следующую форму. Скажите, пожалуйста, который час. Очень часто у нас говорят, сколько времени. Сколько сейчас времени? Эта форма неправильная, но вы это также можете услышать в России. но правильно надо говорить «который час». Скажите, пожалуйста, «который час». Можно еще быть более вежливым и добавить слово «извините». Извините, скажите, пожалуйста, «который час». Сейчас 12 часов. Или сейчас 2 часа 25 минут. 1 час 1 минута. 2, 3, 4 часа минуты. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 часов. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 минут. А теперь прочитайте и найдите часы, которые показывают это время. Теперь послушайте и повторяйте. Читайте и пишите эти монологи. Это магазин «Фрукты». Здесь есть апельсины, яблоки, груши и бананы. А там магазин «Овощи». Там есть картофель и морковь, помидоры и огурцы, чеснок и лук. Прочитайте это сами и запишите эти предложения в тетрадь. Следующий монолог. Это магазин «Фрукты». Здесь есть яблоки и груши. Яблоки стоят 56 рублей, а груши стоят 70 рублей. А еще здесь есть ананасы. Один ананас стоит 100 рублей. Это наш буфет. Здесь есть чай, кофе, блины и шоколад. Пауза. Записываем в тетрадь. Это почта. Здесь есть газеты и журналы, конверты и марки. Пауза. Пишем в тетрадь. Я вас жду. А теперь прочитайте вместе со мной названия овощей, фруктов, одежды, обуви, продуктов, предметов первой необходимости и слова для обозначения погоды. Попытайтесь их выучить, запомнить и записать в словарь. Помидор. Увидите здесь род, мужской род. Это он, помидор. Капуста, она. Морковь, морковка, очень часто говорим. Морковка, она. Огурец, чеснок, картофель, часто говорим картошка, лук, и молодой лук, и желтый, и красный лук, ялтинский, это все лук, он мой. Шчепёрык, это тоже лук. Горох, мужской род. Яблоко, груша, банан, ананас. Виноград, вишня, апельсин, лимон, одежда, брюки, костюм, футболка, рубашка, юбка, шарф и шапка. Теперь обувь. Сапоги, валенки, ботинки, туфли, кеды. Еще одни ботинки, сланцы, шлепки, часто говорим, и тапочки. Ходим в них дома. Предметы первой необходимости. Расческа, мыло, зубная щетка, зубная паста, полотенце, бритва, бритва она, женский род, но станок он. Это все одно и то же. Бритва, станок, все одно и то же. Смысл в одном и том же. Продукты. Рыба, мясо, колбаса, сосиски, сыр, молоко, хлеб, печенье, кофе, чай. Погода. Снег, дождь, гроза, радуга, солнце. А teraz najciekawsze. Я będę sprawdzać, что вы запомнили из этого урока. Перед вами тест, который будет длиться 15 минут. У вас есть 15 минут для того, чтобы сделать это задание. Маче 15 минут, dlatego проше już zaczynajcie robić. Проверьте, пожалуйста, правильность выполнения этого задания. И напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько ошибок вы сделали. Теперь будет вторая часть część druga, и то też będzie тест Маче 15 минут. У вас есть 15 минут для выполнения этого теста. Пожалуйста, начинайте работу. Потом проверьте правильность ваших ответов. Часть третья. Część trzecia. To będzie trzeci, tak powiedzmy, test. Macie 10 minut, żeby zrobić to zadanie. Na przykład słowo, tak? Слова. Czyli первое это будет Б. Университет, университеты. Второе будет В. И так далее. Указываем множественное число. Четвертая часть. Представьте, wyobraźcie sobie, że jesteście w sklepie i wam trzeba zapytać, ile kosztują na przykład 400 gramów parówek. Zróbcie i proszę, и, пожалуйста, составьте диалоги, используя следующие словосочетания. Сколько стоит? Вы хотите купить 400 граммов сосисок. Спросите, сколько они стоят. Вы хотите купить 400 граммов сосисок. Спросите, сколько они стоят. Сколько стоит 300 граммов колбасы? Сколько стоит одна булка хлеба? Сколько стоит 2 пакета молока? Сколько стоит 1 пакет кефира, 2 килограмма картофеля, 500 граммов огурцов, 2 килограмма яблок, 1 плитка шоколада? И придумайте цену. Например, 1 плитка шоколада стоит 30 рублей. 2 килограмма картофеля стоит 60 рублей. 500 граммов огурцов, либо полкило огурцов стоит 35 рублей. Напишите, сколько вы заплатили в магазине. Часть пятая, część piąta, sprawdzanie tego, co mieliście dzisiaj na tym zajęciu. Представьте, что вы находитесь в магазине одежды. Wyobraźcie sobie, że jesteście w sklepie z ubraniami и chcecie zapytać, czy sprzedają w sklepie na przykład marynarkę i ile ona kosztuje. Перед вами следующие слова. Вам нужно спросить у продавца, есть ли в наличии эта деталь гардероба и сколько она стоит. Например, мужская одежда, пиджак и брюки. Скажите, пожалуйста, продаете ли вы пиджак и брюки? Есть ли в вашем магазине пиджак? Есть ли в вашем магазине брюки? Продается ли у вас рубашка? Продается ли у вас галстук? У вас есть галстук? У вас есть джинсы? А продаете ли вы платье? У вас есть красное платье? У вас есть черная юбка? У вас есть брюки? У вас есть блузка? А сколько стоят эти колготки? А сколько стоят эти колготки? А сколько стоят эти украшения? А сколько стоит этот галстук? А сколько стоит этот пиджак? А сколько стоит эта рубашка? Попробуйте, составьте как можно больше, много вопросов и дайте на них ответы. Это будет ваш диалог с продавцом. Часть шестая. Представьте, что вы находитесь в магазине обуви, в склепе, где sprzedają обувь. И вам нужно составить диалог с продавцом, используя следующие слова. Нужно спросить, есть ли в наличии сапоги 38 размера, например, и сколько они стоят. Есть ли в наличии ботинки, сколько они стоят. Есть ли у вас кроссовки, сколько они стоят. Если у вас туфли, сколько они стоят? Сколько стоят эти босоножки? А сколько стоят эти тапочки? Представьте, что вы находитесь в канцелярском магазине. Я, например, очень люблю ходить в магазины, где продают ручки, тетради, то есть канцелярию. Это мой любимый магазин. Вам нужно составить диалог с продавцом и спросить, сколько, например, стоят эти книги, карандаши, тетради. И пофантазируйте, что-нибудь придумайте, вымышлите в вашому розмове за спшедавцем. А сейчас придумайте предложение по типу. Вы купили эти вещи, и теперь они ваши. Напишите, что у вас сейчас есть. Например, я купил ручку, и сейчас у меня есть ручка. Я купила пульт от климатизации. Так, тут я в іншому собі, бо у нас в Крыму очень жарко. Я включаю кондиционер. Я купила пульт, и сейчас у меня есть пульт. Что это такое? Я купила тетрадь, и сейчас у меня есть тетрадь. Придумайте как можно больше таких предложений, як найвінці вимишічі таких здань і пробуючи цього час розмовляти. Так, мам надію, що достали ще п'ятки, вшисці, а зараз я дам вам домашнє завдання. Як звикле, маче цілий тиждень, żeby codziennie coś robić w języku rosyjskim. Oglądać filmy, czytać wiersze, literaturę, muzykę, radio, oglądać telewizję w języku rosyjskim. I ja wam podam następne zadania na ten tydzień i moje rekomendacje. Что можно посмотреть, что можно послушать, что можно прочитать, что можно написать. Все найдете в файле с домашним заданием. Zobaczcie tutaj w infoboksie pod filmikiem będzie link z tym zadaniem domowym. No i co? Желаю вам удачи и до следующего урока. Всем хорошего настроения. Пока. До свидания.